Ой, здравствуй, братишка. Это мой брат Мамистов Василий Андреевич. Родился в село Владимирка Хворостянского района. Ушел воевать в 1942 году, когда ему было 18 лет, и начал воевать на Курской дуге. Воевал он в 89-й гвардейской дивизии Степного фронта пулеметчиком. В 1943 году за форсирование Днепра и удержание плацдарма на другом берегу реки ему присвоили звание Героя Советского Союза. Погиб он в 1944 году, 22 апреля. В 6 часов до отправки домой он должен был уехать, но разгорелся бой. И вот в последнем бою он погиб за село Маловатое, Молдавская ССР, где там был захоронен в ограде церкви. И в Молдавии был бюст Василия и школа его имени.